Война – это для меня смерть, для меня это конец жизни, конец света все. Конечно, больно мне, очень больно. Зачем такое кровопролитие? Неужели они не могут решать мирным путем это? Молодые солдаты умирают, мирное население бомбят, люди умирают. Они тоже бомбят, наши тоже бомбят. Война никому не нужна, от войны пользы нету. Ya bu kent mehriban, qonaqpərvər. Yəni hər şey burada dostluq. Hamı dostluq içində yaşayır burada. Bu evdə bir dənə erməni yaşayır, bir ailə var. Geridə qalan hamı azərbaycanlıdır. Bu müharibə haqqında yəni danışırıq, ailəmiz arasında da danışırıq. Yəni istəyir ki, yəni qan tökülməsin, müharibə olmasın. Yəni hər şey yaxşı olsun, sülh tərəfdarı. Yəni onlar da istəməz müharibə olsun. Nə bilim, valla. Yəni, hər şey sülh olsun istəyirlər. Onlar da deyirlər, ay, biz dostuq bu kənddə. Bizi heç şey yəni, etkiləyə bilməz də. Müharibə bizi etkiləyə bilməz, biz burada dostuq. По сегодняшний день у нас нет такого конфликта, что почему то армянин, он азербайджанец, там чтобы подрались, что-то другое. Вот недавно был один этот умер армянин, мы все вот это азербайджанцы посетили туда. У нас идет похорон, они посещают к нам. Вот дети тоже вместе. Эти дети по-азербайджански знают, наши по-армянски знают. Ну, вместе, как одна семья. Не говорить, что армян наш враг, там или армянин разве наш враг, это вообще исключено. Потому что сейчас такое время, что ребенок что видит, что слышит, сразу улавливает. Зачем ему там дурные мысли задавать? Я уже 83 года, я от азербайджанцев плохого ничего не видел. Они тоже от нас. Мирно жили, все время в селе азербайджанцев работали. Свадьбу ходили, похорон ходили. Друг друга очень хорошо уважаем и уважали. Когда вот этот конфликт первый начался, ну, бывали там разговоры, армяне говорят, это Карабах наш. Этот, когда советская власть была, передала Азербайджану, наши говорили, нет, это наша азербайджанская земля. Это не нам решать. Есть историки, есть государственные деятели, они будут решать. Потом, если будет конфликт, то, ну, скандал будет. Завтра все будет, что в Грузии скандал между Азербайджаном и армянами. Это не надо. Есть правительство, есть органы, решают.